знаете, «Эхо Москвы», на мой взгляд, замечательная совершенно радиостанция, выполняющая очень важную функцию. Это одна из многих. Ну, есть еще «Коммерсант ФМ» и «РБК», используют не раньше. Мы говорим о радио сейчас. Который, во-первых, исключает совершенно разные мнения, как против и за, против, в которой критикуют власть, критикуют Путина. Это очень важная вещь. Можно задаться вопросом, почему существует Верховная при этом? Потому что если мы говорим, что в России нет свободы печати, тогда каким образом это существует? А ведь кому принадлежит Эхо Москвы? Эхо Москвы принадлежит на 65% «Газпром-медиа». «Газпром-медиа» принадлежит «Газпрому». «Газпром» принадлежит государству. Значит, государство допускает существование Эхо Москвы. Допускает. Не для того, чтобы вот приехали иностранцы, и можно было сказать, ну, смотрите, видите, вот у нас есть. А для того, чтобы... Это такой клапан, где можно выпустить фар. Это очень хорошо, что он есть. Но просто, опять-таки, нужно понимать ситуацию. Вот «Эхо Москвы», я большой поклонник, я очень дружу с Венедиктовым, я появляюсь на этом радио, но мы все понимаем, почему оно существует. Я за то, чтобы существовало. Но не надо переоценивать, так сказать, это и, вот почему оно так. И еще, сегодня, уже не сегодня, там отношение к средствам массовой информации показало, чем меньше аудитории, тем больше свободы. Значит, ну что я в Москве, ну я не знаю, как сказать, в праздничный день, но может быть 2 миллиона слушателей. Это если все вместе, чего не бывает. Поэтому, пожалуйста, а федеральные каналы, когда программа смотрит 10-15 миллионов человек, это другое. Это все имеет свою подоплеку.